Привет, друзья! Сегодня 12 апреля, день космонавтики. В общем, идет сумасшедший принос пыльцы сегодня. Ночью сегодня прошел обалденный первый дождь. Все прям позеленело. Все начало распускаться. Почки прям надулись за день. Ну, обходил, так смотрел семейки. Ничего пока не расширял. Рановато еще. Вот, пускай они принесут себе пыльцы. О, как назло, то одна за одной летали, а то что-то нету. Вон, идет, идет пыльца. Идет... Такая вот беловатая, не знаю, все, желтая, мати-мачеха пошла. А, беловатая, полно посмотрел, это верба. Верба, почки надулись, зацвела. Весы установил сейчас, посмотреть. Интересно, какой принос будет. Ну, опять дожди передают. Ну, как бы сегодня самое то для них работать. Сегодня они, может, задний себе на неделю кормов натащат. Да, вот желтая и беленькая такая. Комочки хорошие, приличные идут. Ну, ничья пыльцу, я ее как таковую не собираю. Практически все им остается. И, в общем, при осмотре семей лед сумасшедший, просто сумасшедший. Вон с пыльцой идут. Тепло парит после дождя. Активно в работу включились. И значит что, при осмотре я такого не видел. Вот у меня вставная доска, здесь сетчатое дно, старый улей дедовский. Конкуренты пчел. Дикая пчела. Это значит, этот, как он называется, сайдинг, не сайдинг. Пластиковый со вставками. Они обычно в трубочках где-то вот закладывают пыльцу и личинки, а тут облюбовали себе вот этот пластиковый сайдинг и туда таскают пыльцу. Тоже идут с пыльцой, забивают ячейки. Ничего я с ними делать не буду, пускай. Они безвредные, в принципе. Ну хотя конкуренты. Где-то смотрел на западе, там в парках ставят специальные трубочки, домики с трубочками, чтобы эти дикие пчелы размножались. Ну вот они пластик себе облюбовали. Вон, во все дырки лезут. Это сколько их тут? Немеренно. Вон, сидят, смотрят что-то там. Охраняют, наверное. Наверное, охраняют. А, набивают туда кормов. Ну, яички будут откладывать, выводиться. Да, такого я... Ну, я видел их, конечно, но в таком количестве. Обычно они вот под крышами где-то любят, там, где дырочки эти забивают, гнездятся. А то вот нашли себе домик. Ну, интересно, конечно. И вот они эти трубочки, когда смотрел, забивают пыльцой яичко, пыльца и яичко. И так набивают ее. А потом личинки выходят, пыльцу эту подъедают и выходят. Да. Вот такие еще, значит, у меня пчелы завелись. Толку от них, конечно, ноль. Ну, пускай. Пускай. День, да, замечательный сегодня. Все, почки прям надулись. Вишня вот-вот лопнут. Абрикоса должна. Давно так не было. Вся тоже в почках стоит.
Все, сейчас начнется цветение. В общем, друзья, вот такие у меня еще пчелы. Так, тут летают тоже. Летают. Ну, вроде всех просмотрел, все, все живы. Матки есть. Пока сокращенные. Сейчас посмотрим, что там с погодой будет. Как уже погода устоится. Не буду я пока ничего не расширять. Вот как они есть, пускай пока так остаются. Сейчас идет период активного роста семи. Матка усиленно сеет. Места там вполне достаточно. Где-то они освободят рамочки. Мед выберут. Найдут место для матки. Тем более не сильно я так и ужал. В среднем сейчас, значит, приезжали, брали пчел у меня. В среднем 3, где посильнее 4 рамки расплода сейчас. Ну так, нормально, в принципе. Расплоды уже не пятачки. Ну, грубо по пол рамочки там с двух сторон есть расплодец. Если такая погодка постоит, в принципе, на следующей неделе можно уже спокойно, смело делать расширение. Сушку подставлять пока им. И ждем одуванчика. Только одуванчик сейчас зацветает. Сразу начинаем ващинку давать. Пускай строят. А там и подготовка уже пойдет, как говорится, к акации. Разовьются семейки, уже будем магазины вторые ставить или корпуса. Видно будет, что там по погоде. Но хотелось бы в этом году не пропустить. Зима мягкая была, морозов не было. В прошлом году цветение слабое было, в этом году что-то должна дать. За сколько лет, когда-то все равно должен быть у нас здесь хороший взяток с акации. Может, даже в этом году, понадеемся. Все, друзья, удачных медосборов. Весы сегодня взвесим. Посмотрим, что они там. Сколько пыльцы притащили. Отводочек поставил на весы не сильный. Вот и посмотрим, как он будет развиваться. Да, пыльца вот белесая такая какая-то. И желтенькая. Белесая — это с вербы, скорее всего. Вербы много. Я посмотрел, не обращал внимания. А потом посмотрел, она там разрослась. Там кусты ее. Большие заросли. Ну, завтра, если погода будет, можно заглянуть и посмотреть еще нектар, есть там с нее или нет. Просто никогда я что-то не было такого там обильного взятка у нас с нее. Ну, засуха была, сейчас вот вода пришла, и, наверное, верба может что-то выделит. Все, пока всем.